Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о своей бытовой химии, что я делаю поэтапно, как я убираю в квартире, и рассказать о своих средствах, потому что их я выбирала очень тщательно. И сейчас я пришла практически к идеальному составу средств для уборки квартиры. Самый важный факт то, что они относительно бюджетные. Начну с уборки ванной комнаты. Первое, что я делаю, это мою туалет. В середине туалет я засыпаю порошком. У меня всегда разный, беру самый дешевый или такой, или вот, например, у меня был такой, или еще Гала бывает. И наверх я все это заливаю доместосом. Доместос у меня всегда тоже разный, беру просто потому что он мне нравится и хорошо работает. Вот про него я расскажу вам поподробнее. Это, по сути, хлорка с ароматизатором. Но мне очень нравится средство тем, что у него удобный дозатор, колпачок, который дозирует средство в таком соотношении, как не нужно. То есть не нужно выливать полбутылки. У меня уже была такая история. Из-за неудобного дозатора я вылила полбутылки в туалет. Да, у него неприятный запах, но зато я уверена, что там, где я использую Доместос, у меня не будет микробов, потому что я верю этому средству. Я мою им практически все поверхности в ванной. Это ванная сама, умывальник, раковина и туалет, как весь, так и в середине саму полость туалета. Также я иногда добавляю его при мытье полов в прихожей и в ванной. Для мытья туалета я всегда пользуюсь перчатками. У меня вот такие плотные и длинные, чтобы средство не попало на руки и не обожгло кожу ни в коем случае. Чем я мою, собственно, унитаз? В основном это вот такие вот губки, потому что они хорошо вбирают грязь и хорошо пенят средства, и они достаточно бюджетные. После того, как я вымою туалет, нужно его, естественно, протереть сухой тряпочкой. Но так как туалет протирать тряпкой, тряпку потом стирать я не хочу, я использую вот такие одноразовые полотенечки. Или же можно взять просто одноразовые сухие салфетки. Ну и чтобы чистота туалета ощущалась еще и на запах, я использую всякие типа стикеров чистоты, таблетки, мыльца, потому что мне нравится, когда в туалете пахнет приятно, и это тоже создает иллюзию чистоты. Но потом я перешла на вот такие вот мыльца, которые вешаются непосредственно на унитаз. И долго, кстати, хранят аромат и помогают оставлять туалет белым. После того, как уборка унитаза окончена, я приступаю к уборке остальной ванной комнаты и квартиры. Включая, конечно же, кухню. Для этих целей я использую вот такие перчатки. Я всегда убираю в перчатках, я всегда мою посуду в перчатках. Обычные перчатки, которые сейчас, к сожалению или к счастью, очень популярны, потому что у нас ходит вирус. Я беру сразу упаковку из 10 штук, у меня эмочка как раз на мои руки подходит. И те перчатки, которые я уже использовала для мытья посуды и понимаю, что их надо поменять, я их могу отложить, чтобы мыть пол, например, в них, или мыть ванны. То есть я их повторно даже, можно сказать, использую, и когда они уже порвутся, я, естественно, выкидываю. Очень мне нравится, я уже очень-очень давно ими пользуюсь, и пока все с ними отлично. А вот по поводу мытья стекол у меня, конечно, возникла сейчас проблема. Сейчас у меня вот такой стеклоочиститель, который мне абсолютно не нравится. Не нравится само средство, потому что после того, как я набрызгала, его нужно очень долго вытирать, оно оставляет разводы. Просто потом нужно опять стирать водой это все. И написано, что оно устойчиво к пару. Неправда, неустойчиво, все равно стекло запаривается. Если у вас есть какое-то классное проверенное средство для стекол и для окон, пожалуйста, напишите. Буду очень благодарна, очень хочу попробовать что-то другое, потому что это вот полная морока. Непосредственно чем я мою окна, стекла? Это вот такие вот микрофибровые тряпочки. Я их обожаю, девочки. Это самая классная штука для этого, для этих целей. Они не оставляют никакой пыли, разводов. Они очень большие, они удобные. Я просто в восторге от этих тряпочек. У меня, видите, целый набор. Я и пыль вытираю, в принципе, и влагу вытираю. Единственный минус в том, что они яркие, и когда я их выстирываю до чисто, все равно остается какая-то грязь. То есть они очень сильно грязнятся, что ли. Я не знаю, как это назвать правильно. Но во всем остальном очень классные, долго служат и недорогие. А вот это мой антилюбитель в плане борьбы с известью на кранах.
и мыльными разводами. У меня это средство испортило просто кран. Просто я сняла верхний слой вот этот покраски крана напрочь. Поэтому куда его дальше использовать, честно, я не представляю. Оно вообще мне не понравилось, хотя раньше фирма Силит была очень классная. Девочки, не советую, или же просто у меня кран не подходит для этого средства, но в общем я не заметила, чтобы он как-то хорошо работал. Еще в моем арсенале ухода за квартирой есть вот такое средство от плесени. Очень классное средство, единственное, очень вонючее, ядовитое немножко. У меня, к сожалению, сырая ванная комната, поэтому приходится иногда пользоваться им. Классно убирает, не скажу, что надолго, но как мгновенное средство для борьбы с плесенью, очень хорошо подходит и, как видите, бюджетно. Недавно у меня в арсенале появился вот такое средство. Это спрей антиналет, который должен убирать вот этот известковый налет от фирмы Faberlic. Решила попробовать каталожный спрей, потому что в магазине я не могу найти ничего адекватного. Его я еще не пробовала, надеюсь, он хорошо работает. Стоила такая баночка 60 гривен, у него классный дозатор с защитой. Если зайдет, буду обязательно пользоваться. И чуть дальше расскажу, что я уже испробовала из Faberlic, и мне понравилось. Надеюсь, эта штучка оправдает мои надежды. А дальше я покажу вам свои любимые салфетки, которыми я вытираю тоже все поверхности в квартире. Это целлюлозные салфетки. Они очень классно убирают пыль, не оставляя разводов. Они впитывают в себя, они как будто прорезиненные. Я думаю, кто ими пользуется, знает, что это такое. Очень люблю их. Еще с детства, когда я жила с родителями, я их использовала. Сейчас в ВТБ покупаю вот такую большую упаковку и пользуюсь. Они очень долговечные, так сказать, и экономные. И у нас осталась кухня. В кухне, конечно, у меня средств для мытья поверхностей намного меньше, потому что все в основном у меня убирается одним средством для того, чтобы избавиться от жира. На плите, в микроволновке и на плитке возле газовой плиты. Раньше я пользовалась ядреным средством за копейки, оно очень бюджетное, вот таким гелем Мила. Он очень сильно выжигает, выедает жир. Если попадет эта штука на руки, то останется пятнышко. Я когда-то по своей невнимательности так и сделала. У меня это средство попало на руку и оставило белое пятно, то есть выжгло. Очень ядовитое средство, но убирает самый старый жир просто идеально. Но опять же, чем-то оно мне не понравилось, то ли своей консистенцией, то ли тем, что оно слишком ядовитое, и мне кажется, что его тяжело вымыть. Я решила попробовать немецкое средство для борьбы с жиром. Я зашла в магазин Простор и взяла вот такое средство, которое идет вот с таким дозатором. Видимо, дозатор меня не устроил. У него очень большой объем. Извиняюсь за то, что бутылка грязновата, просто оно у меня все стоит в укромном месте, немножко может заляпываться. Средство очень бюджетное было за 750 миллилитров. Оно немецкое, и я скажу, что оно хорошо работает. Вот хорошо. Не отлично, не плохо, а хорошо. Если вы ищете что-то такое, что вам уберет легкий жирок, то я его советую. И оказалось, что у меня есть еще одно средство. Помните, я вам перед этим говорила, вот фирмы Faberlic я взяла себе вот такое вот чистящее средство для духовок и микроволновок. Вот эта вот штука, она офигенная. Я ее уже испробовала, она убирает все настолько быстро, настолько поднимает этот жир и выводит его, что просто уборка становится в кайф. Очень хорошо пахнет и не выжигает руки, как первое средство. Тоже стоило какие-то копейки, и здесь этого средства очень много, но очень экономное. Что самое важное, здесь защита от детей есть. То есть просто так эту бутылочку не откроешь. Ну и последнее, что я хочу вам показать, это то, где я храню все эти средства для уборки. Раньше в ВТБ были на продаже такие контейнеры, и Саша мне подарил этот контейнер, потому что знаю, что мне надо в чем-то хранить мои бытовые принадлежности. И, девочки, это просто офигенная вещь. Видите, здесь есть ручка, то есть вы сразу берете все средства, несете куда вам нужно. Он прочный, он красивый, аккуратный, компактный. И у меня теперь все в одном месте. Я, когда делаю уборку, беру это все с собой. Попользовалась, положила сюда, причем все, что у меня есть, все сюда влазит. Это очень удобно, я вам покажу в конце, как это все выглядит. Стоил он, по-моему, грин 50, то есть если вы найдете похожую штуку, берите, даже не задумывайтесь, она полезна и прослужит вам очень долго. Я пользуюсь ей уже около 2 лет,
и ничего с ней не случилось. Спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, вам было интересно и полезно мое видео. Пишите, что вы из этого используете и что еще классно вы для себя нашли. И постоянно оно у вас находится в обороте, в уборке квартир. Мне будет интересно. А мы с вами увидимся в следующем видео, в следующем вложике. Пишите комментарии, я вас очень жду там. Всем спасибо, пока!